число прибывающих в ЕС нелегалов снизилось вдвое. За первое полугодие 2018 года границы ЕС пересекли 60 тысяч нелегальных мигрантов. Больше всего их прибывает в Испанию. Количество пересечений границ ЕС нелегальными мигрантами снизилось вдвое за первое полугодие 2018 года в сравнении с прошлогодними показателями. Об этом сообщила Европейская пограничная служба Frontex во вторник, 17 июля. В агентстве связывают это прежде всего со снижением миграционного давления в центральной части Средиземного моря. Всего за первые 6 месяцев текущего года было зафиксировано 64 тысяч нелегалов. В июне впервые самым популярным маршрутом нелегальной миграции стал Западно-Средиземноморский, по которому мигранты добираются до берегов Испании. На него приходится 6400 пересечений границы за прошлый месяц и 14700 случаев, всего за первое полугодие. Это почти в два раза больше, чем годом ранее. Большинство нелегальных мигрантов, прибывающих в Испанию, являются гражданами Марокко, Гвинеи и Мали. Ранее сообщалось, что у берегов Испании за два дня спасли около 500 мигрантов, причем более 100 спасенных – несовершеннолетние. Накануне Италия согласилась впустить 450 беженцев с двух спасательных судов. Им разрешили зайти в порт на Сицилии. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://teamicorrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.